Письменная нумерация. Письменная нумерация – это умение выражать числа письменными знаками, символами, то есть. Цифры, знаки, которые используются для записи чисел, называются цифрами. Для записи чисел используют следующие 10 цифр. Единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, нуль. С помощью этих 10 цифр можно записать любое число. Эти цифры называют значащими, потому что каждый из них обозначает определенное количество единиц. Цифра 0 не относится к значащим цифрам, так как она означает отсутствие единиц. Следует помнить, что цифра и число – это не одно и то же. Число – это определенное, то есть посчитанное количество единиц. А цифры – это письменные знаки, которые используются для записи чисел. Как видишь, все достаточно просто. Подписывайся, ну если, конечно, хочешь знать больше.